Телеканал «Самара ГИС» сегодня отмечает свое десятилетие. И я, как самый молодой сотрудник редакции, отправляюсь к своим коллегам, чтобы выяснить, что для них значит этот праздник. Праздник для всех. 10 лет наши зрители с нами, 10 лет мы с нашими телезрителями. И дай бог, чтобы еще 10 раз по 10. Я думаю, что у нас зритель очень душевный, отзывчивый, потому что у нас очень много звонков поступает в нашу редакцию, и мы понимаем, для кого мы работаем и зачем мы это делаем. Я думаю, что мы еще не один год будем радовать наших замечательных телезрителей интересными новостями, сюжетами. Хотелось бы, чтобы вот мы вместе, всей командой, не коллективом, а именно мы были командой, и для телезрителя делали вкусный, интересный телевизионный продукт. 10 лет у телезрителей Самары есть городской телеканал, который всегда рассказывает о том, что происходит рядом. Ведь что интересно каждому телезрителю, что произошло у соседа, что произошло на соседней улице. И мне всегда приятно видеть, когда мы ездим по городу, что в любой точке нашего города работает съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Телеканал «Самара ГИС» – это телевидение того города, где я живу уже больше полувека, где жили 6 поколений моих предков. Все мои папы, мамы, бабушки, дедушки, прабабушки, прапрабабушки и прапрапрадедушки. 10 лет для телеканала – возраст солидный. За это время менялось многое, но одно остается неизменным. Редакция Первого городского телеканала продолжает радовать своих зрителей актуальной информацией и самыми интересными темами, которые волнуют горожан. А теперь еще зрители могут и получать подарки, участвуя в розыгрышах в наших социальных сетях. Совсем скоро у нас тоже стартует огромный такой флешмоб. Подарки очень вкусные, подарки такие с символикой телеканала, так что это будет эксклюзив, и мне кажется, стоит побороться. А пока вкусным подарком порадовали себя сотрудники телеканала. Забирая по кусочку, редакторы, операторы, режиссеры, монтажеры и водители загадывали самые заветные желания. Но сладкий перерыв никак не помешал творческому рабочему процессу. Несмотря на то, что сегодня у нас праздник, сотрудники все равно находятся на своих рабочих местах, потому что новости делаются каждый день, каждую минуту. И даже сейчас новый выпуск готовится к эфиру. 5 секунд до эфира. Внимание. Поехали. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.